стиле реально. Тихий ужас. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Рязанов Матвей. В этом видео я заберу все награды дружеского сезона, включая два новеньких сезонных стиля, с которыми я также сыграю в этом видео. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчики, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Ну а я уж не буду тянуть, и давайте начинать. К сожалению, сбор всех наград без хранилищ, но, увы, но о хранилищах я, возможно, сделаю отдельное видео. Что ж, и начинаю я, как всегда, снизу. Здесь ничего интересного, синие и ключи. Но самое интересное, естественно, новый неэксклюзивный стиль для Бритл. Забираю ее. Выглядит странно, но узнаем сегодня ее геймплей. Движемся дальше. Золото и ключи. И желтенькие, вот еще сразу. Отлично. Здесь у нас ракету на 10 минут не забираю, а вот эту заберу. Ваучер, мистичная дубина и тройной взрыв. VIP не забираю. Здесь в сундуке не забираю. Желтое золото. И дальше движемся. Здесь ваучер с плюс 5 ходами бесплатными. Мистичная дубина и синенькие. Хорошо. Чуть выше у нас еще синенькие. Спрей от слизней. 10 слитков и тройной взрыв. Забралось. Здесь сундук я забрал раньше. Желтые и 27 ключей. Оп, хорошо. Ракета, спрей от слизней. Желтые и синие. Опс. Снова желтые, ракета и ваучер. Все остальное я здесь уже собрал. Золото и 40 ключей. И еще синие. Ну, ключей аж многовато в сезоне. Здесь у нас золото с усилением. И, конечно же, на 25-м этапе эксклюзивный стиль дружеского сезона — щеночек дарт. Очень странный стиль, но видим его в деле на уровне через несколько минут. Здесь у нас VIP я не трогаю. Снова 20 ключей. Их реально очень много. Ну, наверное, где-то 100. Здесь сундук. Да, сундук забираю. Мистичная дубина и еще синеньких. Все забралось. Хорошо. Теперь спрей от слизней, золото и желтые. Оп, и желтые еще. Что у нас дальше? Очень много желтых. 20 слитков и ваучер. Оп, хорошо, слитки и ваучер. Далее, слитки, 100, забираю. Снова 20 ключей, випати, 2 часа не забираю я. И в конце у нас тут что? Синенькие вот сразу и мистичная дубина. И в конце спрей от слизней и золото. Все. 10 и 30. Все, все награды собрал. И идем в трофейный шар Луга смотреть на эти странные новые стили. Мне ж самому очень интересно на них глянуть. Так, вот наш дарт. А вот и Бритл. Видно, что анимация победы уже странновата. Ну ладно. А вот и анимация атаки щеночка дарта. Ну, как-то не очень.
Он махает лапками, как кот, а Бритл... Ну, тоже. Но у Бритл явно лучше. Вот удар там, вы гляньте. Ну, вот что это? Ну, это бред какой-то. Да, видно, что что-то разработчики тут хотели сделать, но непонятно, что у них вышло в итоге. Для Брита лучше, чем для Дарта, но хорошим здесь ни один нельзя назвать. И тот не очень, и тот еще не очень. Анимация выброса специального навыка. Да, вообще не отличается от анимации атаки. Совсем уж стиль слабенький в таком случае. Slugmageddon! Да, неплохой, но не проработанный. А удар-то что? Может еще и не накопится бомба на этом уровне. Slugmageddon! А нет, хватит, скорее всего. Ну еще не сейчас. Вот, сейчас. А у тебя что? Фуфло. Ну, короче, да, стили вообще не очень, мне не зашел ни один. Ни тот не нравится, ни тот. Все, выигрыш. Вы свое мнение можете написать в комментариях. И, кстати, у вас еще есть возможность купить сезонный абонемент или же, наоборот, не купить, чтобы я вам советовал делать. Стили реально. Тихий ужас. Если вам зашло данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на моем канале. Ну а с вами был Резанов Матвей, до новых встреч и пока-пока.